тогда давайте просмотрим как раз-таки максимальные уровни поднятия воды на основных реках республики. За сутки это 150 сантиметров река Изяк, Благовещенский район. Максимальный уровень поднятия воды также наблюдается на реке Белекес, плюс 133 сантиметра, Иглинский район. Плюс 129 сантиметров, река Сим, Иглинский район. И на реке Юрмаш плюс 129 сантиметров, Уфимский район.